Всем привет! С моста из-под Ивы. День добрый, 11 часов утра. Как обстоят дела у вас? Да я считаю нормально. Одну рыбку поймал. Уже? Форелька. А приехали-то во сколько? Ну как сказать? Ну 7:30, 7:30. 7:30. Пока да? Спокойно разложился, чайку попил, забросил. Две поклевки было пустых. Вот на третьей она взяла мертвую. На третьей мертвую взяла? Да, да. Что скажете по дистанции? Смотрю, здесь как-то через мост прямо идет. У кого-то есть одна-две, у кого-то нету. Ну, случайная рыба, да. Случайная? Да, случайная. Так, пока. Зарубление... Ты прекрасно. Нет, дело не в этом. Дело в том, что какую роль оно сыграло. Не знаю. Не знаю, пока какую роль сыграло. Пока вообще непонятно, да? Пока непонятно, да. Но ничего, рыбалка состоялась. Форель хорошая. Она только началась, а... Ну... Опыт показывает, что и после 12 приезжаешь и уезжаешь, прекрасно отловившись. Все, хорошего отдыха, день да, только начинается. Не огромное спасибо.